Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В этом обзоре рассмотрим особенности роторной электробритвы SUKES ES3. Лучшие цены и актуальное наличие вы узнаете, если перейдете по ссылкам в описании. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новый обзор. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Комфорт бритвенного процесса напрямую зависит от качества станка и степени остроты лезвий. Эти два момента были объединены в устройстве, выпущенном китайцами на замену устаревшим моделям ручных бритвенных принадлежностей. Эксплуатация данной модели позволит отказаться от быстро выходящих из строя сменных кассет и станков. Пользователю доступна индивидуальная настройка прибора. Режущие элементы, установленные в бритву, были покрыты углеродными наночастицами, которые обеспечивают увеличение износа стойкости в несколько раз. Инженерами была создана фрикционная система самозатачивания ножей. Во время работы лезвия пребывают в трении, тем самым затачивая друг друга. Это отменяет необходимость поддержки устройства в работоспособном состоянии и приобретения новых режущих деталей. Для качественной обработки кожи лица производитель предусмотрел несколько вариантов. Сухое и влажное бритье с использованием пены или геля. Сухая обработка не вызовет раздражения кожи ввиду плотной посадки лезвий и большого утопления головки бритвы в корпус. Благодаря этому давление на кожу минимальное и риск порезаться снижен до нуля. Кроме этого, специальные двойные кольца уменьшают пятно контакта, облегчая скольжение головки по обрабатываемой поверхности. По завершению цикла использования достаточно открыть верхнюю часть корпуса и промыть аппарат под струей воды. Электрические компоненты имеют защиту категории IPX67, которая предупреждает попадание жидкости внутрь корпуса. В зависимости от особенностей поверхности и личных предпочтений можно задействовать режим быстрой или щадящей обработки. Первая настройка увеличивает скорость вращения режущих кромок для максимально быстрого завершения процедуры. Второй пресет снижает интенсивность воздействия для комфорта чувствительного кожного покрова. Электробритва выполнена в довольно футуристичном дизайне. Обтекаемые грани и темный глянец придают бритве отдаленную схожесть с инопланетными существами, способными изменять свою форму. Корпус полностью изготовлен из вполне качественного пластика разной фактуры, глянцевого спереди и матового сзади. Инструкция содержит обширную информацию на китайском языке. Рассматриваемая модель питается не от кабеля, как дешевые аналоги, а от вмонтированного аккумулятора емкостью 600 мАч. Для полной зарядки батареи необходимо 1,5 часа, после чего пользователю становится доступен ресурс в 60 минут. Использование аппарата в обычном режиме, бритье продолжительностью в 1 минуту каждое утро, позволит заряжать АКБ раз в 2 месяца. Зарядный кабель имеет длину 100 см, с одной стороны располагается обычный USB разъем, дабы была возможность зарядить электробритву даже от пауэрбанка, а с другой — двухконтактный коннектор. Из отзывов я постараюсь выделить основные особенности этой модели, далее расскажу о них, сначала отрицательные. Раздражение после бритья. Дергает волосы, что большой минус и дискомфорт. На 68% отключается и сразу становится 0%. Нет зарядника в комплекте. Ножи забиваются гелем для бритья. Не очень адекватный индикатор заряда. Стоимость новых ножей делает бессмысленной их замену. Триммер очень слабенький. Теперь перейдем к положительным. Не шумная, приятная в руках. Бреет супер. Хорошо держит заряд. Невысокая цена. Качество сборки. Удобство очистки. Небольшой вес, есть блокировка кнопки включения. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Буду благодарен за поддержку канала, пишите комментарии и ставьте лайки, и не забудьте подписаться с активацией колокольчика. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».